Школа-лицей Саулет, что в Тоскалинском районе, гремит не только на уровне области, но и республики. Все дело в учащихся, которые занимают самые высокие места в интеллектуальных конкурсах, а также готовят научные проекты. Очередное достижение в том, что все 22 выпускника этого года получили гранты в различных вузах. Для выпускников школы-лицея Саулет прохождение ЕНТ оказалось подобно точному выстрелу прямо в яблочко. Все набрали больше сотни баллов, получив гранты в престижные вузы страны. Из 22 выпускников 10 в качестве будущей профессии выбрали педагогику. 7 из них – это будущие учителя математики, по одному на физику, химию и учителя казахского языка. Такой высокий показатель на ЕНТ – это совместный труд учителей и родителей. Одна из выпускниц этого года предпочла подать документы в вуз региона, выбрав в качестве специальности педагогику. Речь идет о Западно-Казахстанском университете имени Махамбета Утемисова. Все школьные годы я тяготила к естественным наукам, поэтому не думала, что в будущем выберу профессию гуманитарного направления. На меня большое влияние оказали преподаватели лицея. Я им очень благодарна. Кроме успешно сданных тестов, выпускники являются обладателями Алтынбелгі и аттестатов особого образца. Один из них будет грызть гранит науки в Турции, осваивая хирургию. Алексей Кочемасов, Таншолпан Амирханова, телеканал Акжаик.